День добрых дел. У Ильи абсолютный слух. Он узнает любимые мелодии в любом исполнении. Умеет отбивать ритм на всем, что попадается под руку. И музыка для него не только лучшее занятие, но и способ общения с миром. Илья носит очки. Сразу подмечает тех, у кого они тоже есть, и радуется такому совпадению. Илюша счастлив, когда чувствует, что его понимают. Он радуется, когда видит что-то знакомое и любимое. А любит он многое и всерьез. Цифры, например. Он готов считать все вокруг. Даже число глотков воды из кружки. Ему интересно выяснить. Когда Илья взволнован, числами его легко успокоить. Надо просто начать считать или чертить пальцем цифры у него на спине. Илья как маленький ученый, только знания ему даются непросто. У мальчика органическое поражение головного мозга после перенесенного менингита. Он не говорит, но понимает речь и уже умеет читать простые слова. В центре «Дорогой добра» Илюша занимается давно. Первые самостоятельные шаги он сделал тоже там. Теперь он бегает и танцует, но кто-то для подстраховки ему пока все равно нужен. И у Ильи есть целая группа поддержки. Это его семья. С дедом они играют на гитаре и гармошке, читают любимого Пушкина. Мама много занимается с ним. Возит на занятия в центр, на ферму к лошадям, на физкультуру, а теперь еще и в школу на индивидуальные уроки. Для Ильи это сейчас самое важное. Но без нашей помощи Илье и другим ребятам, которые приходят вместе с ним на занятия в центр, не справится. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе поможем собрать десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята» – 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Сервис доступен для МТС, Мегафон и Билайн. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.